Друзья мои, всем привет! Находитесь на моем канале Александр Автоподбор Владивосток. Итак, ребят, нахожусь на авторынке «Зеленый угол», приехал на стоянку. У нас большое поступление автомобилей на продажу. Сегодня хочу разобрать с вами семейство Toyota, взять именно минивены и микроавтобусы. Посмотрим, какие цвета, какие комплектации, что вообще имеется, да, вот из этого семейства минивенов и Toyota. Покажу вам аукционные листы, настоящие аукционные листы, салоны, ну и, конечно же, озвучу цены на автомобили. А я вам хочу напомнить то, что мы автомобили проверяем, покупаем, диагностируем, сопровождение сделки, перегоняем в транспортную компанию. Вообще, в принципе, ну, такой большой спектр услуг. Также привозим автомобили с аукционов Японии под заказ. За более подробной информацией пишите мне в WhatsApp, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Также под видео есть ссылочка, где более подробно расписаны все услуги. Итак, друзья, собственно, все вот эти вот автомобили, которые стоят на продаже, вы можете найти на авторынке «Зеленый угол» на 11 стоянке. 11 стоянка – это самый конец авторынка «Зеленый угол» с левой стороны. Итак, давайте с вами начнем вот с таких вот минивенов. Да, здесь три ряда сидений. Это Toyota Sienta. Первая – белый цвет. Автомобиль 2016 года выпуска. Бензин, вариатор, 109 лошадиных сил, 1,5 литра, 72 тысячи пробег, стоимость автомобиля 1 125 000 рублей. Он идет передний привод. Следующий автомобиль вот такой вот ярко насыщенный, красивый цвет, 2018 год, 1,5 литра, здесь идет 103 лошадиные силы, так как автомобиль идет 4 ВД, пробег на автомобиле 65 тысяч километров, комплектация X, это идет комплектация G. Следующая, значит, Sienta, это идет 18 год, тоже они все идут 1,5-литровые, G комплектация, пробег 67 тысяч, комплектация тоже идет G, стоимость этого автомобиля 1 265 000 рублей. Следующий синий цвет на таком автомобиле, вот что вот на вот этом автомобиле, что на этом автомобиле, цвета вы однозначно будете выделяться на дороге, тем более вот, ну, знаете, Sienta, такой автомобиль, он еще на западе не особо актуально, да, согласитесь, все-таки симпатичный автомобиль. Итак, это 19 год, это уже идет гибрид, у гибрида идет 74 лошадиные силы, пробег на автомобиле 90 тысяч километров и стоимость автомобиля 1 070 000 рублей. Сейчас немножко посмотрим по состоянию, да, по комплектации. Значит, у всех автомобилей, у всех этих Sienta есть сонары, кроме белой. Ну, давайте начнем с синего. Значит, система безопасности, датчик при столкновении есть. С Японии автомобиль пришел с регистратором, есть повторитель, напоминаю, гибридная версия, литья нет, хорошая летняя резина. Боковые двери идут на этих автомобилях сдвижные, да, то есть они, видимо, дверь отключена. Здесь идет темный салон. Посмотрите, какое состояние салона у автомобиля. В плане чистенький, аккуратный. Вот люблю, знаете, вот люблю, когда приходят машины в таком состоянии. Так, аукционники нужно будет искать. Значит, что мы здесь получаем? 4 стеклоподъемника, руль кожаный, полный руль. Две двери, система безопасности, ключ, хорошая магнитола, климат, очень много места. Также есть второй монитор. Следующая, значит, напоминаю, 1 265 000, автомобиль 2018 года, это передний привод, 4 балла, 2 крашеных элемента с левой стороны, заднее крыло, задняя дверь. Салон идет, знаете, такой в цвет машины. Машина сама коричневая, не знаю, как видно по фотографиям, но именно сиденье, да. Здесь коричневая вставка, светлый салон. Также идет две двери, камера, полный руль. Напоминаю, Sienta, у них третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений. То есть те, кто не знает, что машина идет три ряда сидений, в принципе, они могут даже об этом и не догадаться. Но эта Sienta идет уже 4 ВД. Фара здесь идет, линза. Здесь установлены сонары. Установлены туманки, повторители. Также у автомобиля есть бесключевой доступ. Угу, хотел закрыть автомобиль. Таким вот образом поднимается второй ряд сидений. И третий ряд засовывается под второй ряд сидений. Удобная трансформация в плане
ну, в плане то, что удобно. Делается все просто, движением одной руки. Также для второго ряда сидений, для пассажиров предусмотрены подлокотники. Мне как-то без подлокотников все сложно. Ну, здесь комплектация такая идет попроще. Но автомобиль идет 4WD. 4WD автомобиль найти в нержавом состоянии, поверьте, это, ну, довольно сложное дело. Также есть система безопасности и 2018 год. Беленькая идет передок, 3,5 балла. А система безопасности у автомобиля нет, 16 год. Зато установлен регистратор, пришел с Японии. 16 год, 1 125 000. Это передний привод, 3,5 балла, G-комплектация. Автомобиль идет на литье, практически на новой летней резине. Также есть бесключевой доступ. Ну и все, что должно быть в этой комплектации. Дальше, друзья мои, смотрите, какой просто огромнейший выбор именно микроавтобус. Итак, это Toyota Voxy. Этот автомобиль брать не будем. Сегодня у нас семейство Toyota, но такие автомобили тоже есть. Итак, это Toyota Voxy, автомобиль 2018 года выпуска. Стоимость автомобиля 1 985 000 рублей. Комплектация ZS Керамик, пробег 32 000 километров, аукционная оценка 4,5 балла. Такие автомобили есть гибриды, есть не гибриды, есть автомобили 4WD. Это гибрид 1,8 99 лошадиных сил. Такая массивно выделяющаяся морда, автомобиль на литье. Обойдем его с другой стороны. Voxy узнаваемый, но это, ага, закрыт автомобиль, крышка багажника у нас закрыта. Итак, значит, второй ряд сидений идет, два капитанских кресла, тоже чистый, аккуратный, приятный салон, все для вас. Вот здесь вот такая вот строчка идет, и салон, знаете, он такой вот, как смотришь, на камеру возможно не передать, когда солнце светит, он идет прям с блестяшкой. Здесь очень удобная, хорошая трансформация салона. По всему автомобилю идут шторки, климат-контроль. Полноценный третий ряд сидений. Здесь между креслами можно установить столик. Две зарядочки, вешалка, столик идет в спинке пассажира с левой стороны. Темный потолок. Полноценный семейный микроавтобус. Стеклоподъемники все идут в одно касание, естественно, это кнопка старт, автосвет, круиз-контроль, кожаный руль, управление музыкой, бардачок, климат-контроль, водитель, пассажир. Рядом стоит у нас Toyota Esquire. Ребят, Esquire — это то же самое по начинке, да, что Voxy, что новых, это полностью одинаковые автомобили. Итак, данный Esquire 18 год, 2-литровый, 2 литра, 152 лошадиные силы, аукционная оценка 4 балла, пробег на автомобиле 41 000. Да, они выделяются, да, по морде, то есть у них различия. Фары здесь идут две линзы, туманки. Вот здесь идет хром, да, вот такие вот ободки. Ну и довольно такая массивная, здоровая, огромная решетка. Данный автомобиль на литье. Оп, сейчас мы тут протиснемся. Есть бесключевой доступ. Двери идут сдвижные, двери идут электро. Сзади метла. Он, допустим, Voxy, когда он смотрится как-то посимпатичнее, у него есть спойлер. Здесь спойлера на автомобиле нет. Вот они рядом, да, стоят. То есть далеко ходить не надо. По морде я вам сейчас тоже покажу. Вот стоит Noah, вот стоит Esquire, вот стоит Voxy. Здесь идет салон с кожаными вставками. Здесь идет коричневая кожа, стеклоподъемник тоже в одно касание. Знаете, в машине аж пахнет Япония, пахнет, ребят, новьем. Два бардачка, верхний, нижний бардачок. Аукционный лист лежит, пожалуйста, смотрите, 4 балла. Кузов на автомобиле идет целый, пробег 41 000 пробег на автомобиле. Оп.
тоже идет два капитанских кресла, также идет столик, шторки. Ну, шторки здесь встроены, выдвижные, да, то есть они, вот, пожалуйста, здесь продемонстрирована шторка. Ну и, собственно, вот он рядом стоит, Ноах. Можете вот по морде посмотреть. Итак, Ноах — это 19-й год, стоимость автомобиля 1 миллион 855 тысяч, это гибрид, 99 лошадиных сил, оценка 4,5 балла, G-комплектация, пробег на автомобиле 71 тысяча километров. Сонары, система при столкновении, кстати, на всех трех она имеется. Здесь еще идет регистратор, повторители. Ну, в принципе, друзья мои, все то же самое, да, что и вот, собственно, в этих двух автомобилях. Дальше у нас идет степ, очень много степов, но степ — это вообще отдельная история, будет отдельное видео. Дальше идет, смотрите, Voxy, 19-й год, 4 балла, гибрид, стоимость автомобиля 1 миллион 855 тысяч рублей. Такой красивый черный цвет. Так, друзья мои, смотрите, немного я отвлекся, да? К сожалению, снимаю на камеру, посмотреть не могу, что снял. Вот эти два автомобиля, да, которые керамика обычно, я мог перепутать, поэтому заранее хочу извиниться, если что-то сказал неправильно. Дальше у нас идет Воксик 4 балла, автомобиль 4WD, 2015 год, 1 миллион 685 тысяч рублей, пробег 101 тысяча на автомобиле, аукционный лист 4 балла, вот он, пожалуйста, лежит. Все родное, все, ребят, пробивается по статистике. Также у нас установлен туманки, фары, линзы, автомобиль идет на зимней резине, значит, но автомобиль на литье, бесключевой доступ. Электродвери, тоже видим два капитанских кресла, шторки, полноценный третий ряд сидений, круиз-контроль есть, управление музыкой есть, кожаный руль и просто огромная магнитола. Также имеется второй монитор. Ну вот, что брать. Сейчас я выберусь отсюда. Значит, многие постоянно задают вопросы, что взять, да, из минивэнов, на чем все-таки остановиться. Либо остановиться на Toyota, либо остановиться на Nissan, да, потому что, ну, Nissan — это что у нас? Nissan — это Sirena, да, это если полноценный, полноразмерный минивэн. Toyota — это, пожалуйста, выборы Voxy, Nokia, Esquire. Ну, я скажу так, да, Sirena, она напичкана, это более, скажем, ну, современный, да, автомобиль, то есть много плюшек у Sirena. Ну, а Toyota, она как-то будет попроще, если честно. В общем, я бы взял себе Toyota. Но опять же, это мы сейчас с вами разговариваем про, ну, скажем так, относительно недорогие, да, автомобили. Мы сейчас не берем с вами Wildfire, Alphard, которые стоят по 3 миллиона рублей, а такой диапазон цен именно вот, ну, пускай это будет до 2 миллионов рублей. Sirena, да, Sirena, даже она будет стоить подешевле. То есть вот буквально там час назад смотрел Sirena там 1 390 000, по-моему, она 17-го года выпуска была. Вот поэтому я за Toyota. Так, ну что, давайте на сегодня, наверное, будем заканчивать. Как видите, машин много. То есть можно ходить, я не знаю, снимать на месяц вперед, да, но все потихонечку, по порядочку. То есть сегодня показал семейство Toyota, семейство минивэнов. Давайте еще раз пробежимся. Из минивэнов это что у нас? Это Сиенты, это автобусы, Voxy, Ноахи, Esquire, в принципе, все. Сильно дорогие автомобили, слишком дорогие автомобили, да, сегодня я вам не показывал. Вот, следующее видео хочу сделать про, скажем так, ликвид, не ликвид на авторынке зеленый угол, именно про левый руль, да, посмотрим, опять же, что продается, что сколько стоит. Вот, друзья мои, всем хорошего настроения, всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Вот, если вам нужна помощь в приобретении автомобиля здесь, в Владивостоке, звоните, пишите, с радостью помогу. Также привезем автомобили с аукционов в Японии. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения, всем пока, ребят.